Разметка на главной дороге в Копейске поставила автомобилиста в тупик. С проспекта Победы исчез разрыв для поворота. Линию просто закрасили. Виной всему оказались подрядчики, которые наносили разметку. На проспекте Победы должны быть два разрыва линии, но когда рабочие наносили разметку, об этом, видимо, забыли. Хотя при выполнении таких работ подрядчик должен руководствоваться утвержденным с полицией проектом. Разрывы в двойной сплошной полосе предусмотрены между домами номер 13 и 15 по проспекту Победы, а также прерывистая линия предусмотрена в районе дома номер 23 по проспекту Победы. По окончанию работ сотрудниками дорожного надзора ГИБДД Копейска будут проводиться проверки соответствия нанесения горизонтальной дорожной разметки утвержденному проекту. Подрядчик уже начал исправлять ошибки и двойную сплошную в районе домов номер 13 и 15. Рядом с домом номер 23 на момент съемки до сих пор была сплошная линия. Первоочередная – это у нас центральная улица города Копейска, а затем прилегающие улицы и автомобильные дороги, по которым следует общественный транспорт. В разметку будет включена вся проезжая часть, также пешеходные переходы. Все будет согласно ГОСТов и согласно тех нормативных документов, которые предусмотрены для безопасности дорожного движения. Автомобилисты, которые по привычке разворачивались, где раньше был разрыв сплошной, получается, нарушили правила дорожного движения. За это ГИБДД может лишить водительских прав сроком до 1 года. Поэтому копейских автолюбителей просят быть внимательней. А невнимательный подрядчик должен будет перерисовать разметку в ближайшее время.